Продолжается реконструкция дороги между Махачкалой и Каспийском на так называемой старой Каспийской трассе. Дорожники уже выполнили основную часть работы. Сейчас идет укладка последнего верхнего слоя асфальта. Все задействованные рабочие, высококвалифицированные специалисты, к тому же дорожники используют современную немецкую технику и дают гарантию на срок службы нового асфальта 15-20 лет. Завершить реконструкцию планируют до конца этого месяца. В этом году, как никогда, мы эффективно используем деньги дорожного фонда. Я прежде всего эффективностью имею в виду строительство качественных дорог. Эту технологию мы практически распространяем на все участки. И в этом году 84 километра дороги мы сдаем с асфальтобетонным покрытием. До трех районов доводим дороги с асфальтобетонным покрытием. У нас их было 8 районов, остались сейчас всего 5 районов.